Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст. Кому не хватает секса, говорит о сексе. У которого нет денег о деньгах, а наши олигархи и банкиры говорят о морали. Для человека слабого воспоминания опора, но сильного мысли о близких расслабляют, лишая мужества. Иногда нелегко определить границу между добром и злом, а когда к делу подключаются чувства, то и вообще невозможно. В жизни бывают взлеты и падения, прекрасные и отвратительные моменты, возвышенные и подавленные состояния души, но чувства никогда не могут переполнить вас до предела. Если вы кого-нибудь любите очень сильно, вы не сможете любить его еще сильнее. Я не против того, чтобы соврать разок-другой, когда нужно. Всякая маскировка – это ложь, а постоянная, искренняя ложь – это лучшая маскировка. Это профессиональная необходимость. Но нельзя лгать самому себе. Надо принимать правду, какой бы гадкой она ни казалась. Человек рождается, чтобы умереть, а жизнь всего лишь ежедневная отсрочка неизбежного. На свете нет такого человека, который бы не испугался чего-нибудь в тот или иной момент. Смел не тот, кто ничего не боится, а тот, кто умеет преодолеть свой страх и идти вперед. Каждый человек сражается один на один, со всем миром, и если ему повезет, то кто-то протянет ему руку помощи, однако рассчитывать на помощь не приходится. Так уж жизнь устроена, что лучшие советы в жизни ты даешь себе сам. Да чего же здорово мы умеем пудрить себе мозги. Культура – такое же изобретение человечества, как вилка или компьютер, но разница между ними все же есть. Мы легко совершенствуем компьютеры и столовые приборы, но что касается культуры – стоп, никаких перемен. Всякий убежден, что его образ мысли является единственным и уникальным, а остальное – безумие и извращение. Вот всегда так. Старики посылают молодых воевать. Ставили бы в строй не моложе 55, разом бы все войны прекратились. Когда два существа разделяют эмоции друг друга, нет ни расовых, ни каких-либо иных барьеров. Надо проникнуть в душу, понять ее, чтобы исключить ненависть и страх, потом можно наладить прямое общение. Простота венчает оба конца шкалы артистизма. Непросвещенный абориген облекает простую идею в бесхитростную форму и творит красоту, а искушенный критик отвергает чрезмерную изощренность и красивость ради чистой подлинности незатейливого искусства. Игроки, не умеющие владеть собой, долго не живут. Одна из главных заповедей любого полководца гласит, что армия должна все время находиться в действии, иначе она начнет разлагаться.
Что ж, утонченная жестокость заслуживает столь же утонченного воздаяния. Иногда обещание награды значит больше, чем угроза. Иллюзия, даже самая убедительная, всегда останется не более чем иллюзией. У всякой медали есть оборотная сторона. Раз нельзя войти, значит нельзя и выйти. Нет таких людей, которым неведом страх. А смелый человек отличается именно тем, что делает свое дело, даже когда ему страшно. Все эгоисты принимают любую лесть за чистую монету. Паника – вещь хорошая, только мешает вспомнить, что головой не только едят. История религии – это история насилия. Слишком уж часто верующие проливали кровь. Когда не знаешь, что делать, подожди. Может, противник ошибется первым. Банки предназначены для грабителей и налоговой полиции, чтобы облегчать им работу. Не так-то легко человеку видеть, как рушится система представлений, которые он впитал за много лет. Удивительные вещи можно вбить человеку в голову, если колотить по ней с малолетства. Для чего же нам дан интеллект, если мы не можем контролировать свои эмоции? Кто не способен учиться на собственном опыте, тот вообще не способен учиться. Нет таких людей, которым неведом страх. А смелый человек отличается именно тем, что делает свое дело, даже когда ему страшно. Если родители по жизни свиньи, то дети у них поросята. Все, что сейчас воспринимается как нормальное и привычное, когда-то было новшеством. Хирург всегда работает приблизительно. Он никогда не может в точности восстановить то, что было раньше, но это обычно не имеет особого значения, потому что организм на многое способен сам. Сознание похоже на человеческое общество, где все составляющие его элементы сотрудничают друг с другом. Ребенок – отец взрослого человека. Вообще мне кажется, что слишком сильные эмоции что-то пережигают в человеке. Насколько все-таки мы рабы своих привычек? Даже когда рядом ходит смерть, мы не можем от них отказаться. Слой цивилизованности настолько тонок, его можно смахнуть в несколько дней. Главное достоинство – храбрость и осторожность. Титул всегда облегчает жизнь путешественника, особенно на этой планете.
говорят, что когда долгое время ничего не меняется, невозможно определить, сколько времени прошло, потому что все остается неизменным. Сбежать несложно, сложнее остаться на свободе. Одна из главных заповедей любого полководца гласит, что армия должна все время находиться в действии, иначе она начнет разлагаться. Ничто так не поднимает боевой дух солдата, как вид его товарища, севшего в калошу. Если задуманное не удастся, то люди запомнят только само деяние, не цель его. А через много-много веков какой-нибудь историк заглянет в прошлое и скажет, что ацтеки совершали человеческие жертвоприношения. Художник ведь всегда знает, что создал шедевр, зачем из ложной скромности ему принижать величие своего труда. Человек есть животное разумное, и ему требуется приучить себя к порядку, чтобы стать мыслящим существом. Прошлого не переделать, а мы боремся в настоящем, и все наши силы уходят на эту борьбу. Не родился еще сильная рука, диктатор, военачальник, который не считал бы себя венцом творения. Стоит заболеть и твое тело, все твои органы чувств тебя предают. Я могу рифмовать слова, но не умею писать стихи. Я знаю, что разница в этом есть, но понятия не имею, в чем она заключается. Нужда – мать изобретательности. Слишком уж часто сильные верования выказывают изъяны. Кажущаяся сила зачастую несет в себе неотъемлемую слабость. Единственная надежда заключается в нашей способности думать. Гарри Гаррисон. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.